Соревнования прошли по трем дисциплинам – хип-хоп, аэробика и степ. В хип-хопе и аэробике Анапу представляла команда спортивной школы номер один. В фитнес-аэробике в категории 6-7 лет выступили три группы, составленные из 20 новичков. Они впервые участвовали в таких значимых соревнованиях с номером «Кадриль». И первый блин оказался вовсе не комом. Малыши завоевали первое, второе и третье места на первенстве края. Уже опытная команда «Ритмики», выступавшая в возрастной категории 11-13 лет, стала второй на краевом первенстве. А наша команда «Аризона Мини» заняла также второе место в дисциплине хип-хоп. Подготовку анапских спортсменок в крае оценивают высоко. Мини-Аризона очень сильная команда. Мы прям на нее ставим очень большие ставки. Это отбор на чемпионат России, также на ритмиках. Я думаю, что мы будем тоже в призерах. Ну, надеемся. Тренеры анапской сборной остались довольны своими воспитанниками, но интенсивные тренировки планируют продолжать. Ведь впереди у ребят первенство России, которое пройдет в конце марта в Москве.